Так, я попал повыше. Это 5-0. Мы столкнемся с ним, интересно, да? Кто кого пропустит? Ну, блядь. ДТП устроили. Снизу тяж какой-то был. Квышка, возможно, какая-то немецкая. А, чё-то не густо, слушай. Так, ну вон один есть снизу. Один снизу есть. Шерман. Чисто бортанул его немножечко. Ну, совсем чуть-чуть. Ой, это тигр стал. Да он еще уснул. Ой, как отлично. Что может быть лучше, чем спящий тигр на респауне, ребят? Это М6, который тебя не видит, наверное, да? Что лучше, спящий тигр на респауне или два М6, которые вообще никуда не смотрят? Пиксель не попал. Но этот вроде огрызается. Ладно, один М6. Немножечко поплохело, ну совсем чуть-чуть. Против М6, конечно, сложно. Пробитие типа есть, но урон 14 грамм. Это хуже, чем на Пантере. По минус одному делаю ему. Так, его убили, ладно. Рикошет. О, еще тигр. Ну ты его не пробьешь, наверное, в борт. А я пробью. Но там еще гусь стоял на горе. Спящий тигр, да. Подкрался к нему, погладил его чисто. Не, урон дерьмище, капец. Урон печальный. Ну, мало взрывчатки. Гусеница. А, он остановился. Да. Да-да. Я вообще точно с 3-4-57 стреляю? Ужасный урон, капец. Взрывчатка просто, ну забей. Мне кажется, ПТ-76-57 дамажит лучше. А у ПТ-шки вот этой 76-й, сколько взрывчатки в снаряде, посмотрите, пожалуйста. То я что-то забыл. Тоже там маленько, да, взрывчатки у него? Не, ну тут что-то очень печально все с дэмэджем, блядь. Этот тип здесь был. Он, видимо, уехал оттуда куда-то. Там грамм 60? Думаешь? Ну это слишком. Типа, блядь, я стреляю по Шербанам, по 3 выстрела, чтобы убить их. Башню, там минус 1, там вообще крополя. Танк объезжает куда-то сзади.
Боеукладка. Это больно. У меня типа выстрел в башню и ничего особо не сделал. На самом деле. Я не думал, что он ко мне поедет. Ну, не знаю. Душноватенько как-то. О, ваншот, слушай. Заряжающий командир. Так, что надо? 4,7. А что у нас еще есть интересного на 4,7 с нормальным уроном? В игре-то. Я даже не знаю, у Светов что там 4,7 есть? Хз, у него, по-моему, в аркаде вообще 4,0. Или 4,3. Что-то такое. Ну, М6 это понятно. Как бы. Не, М6 с этим. И даже Шерман длинноствольный вот с этим вообще не сравнится. Ну, типа, забей. Шермана стабилизатор. У Шермана есть броня. У Шермана есть подвижность. У Шермана есть снаряд, который пробивает. И Шерман нормально дамажит. А это, ну, оно очень печально дамажит. Судя по урону, 57-миллиметровая пушка имеет, наверное, худший дамаг из 34-ок. Из тех, которые есть. Ну, царь-пушка, это, конечно, 34-85. На ашных снарядах. Там-то просто жопа разрывает всем. А тут, ну, лол. Ну, что это за выстрелы? Я как будто под калибером или кумулями стреляю. Мне кажется, такой же урон, как на кумулях примерно. Вот если бы я кумулятивами стрелял бы, то было бы то же самое. Ну, хз. Очень печальный урон. Как по мне, надо что-то менять. При том, что в РБ нет механики одночлена. И оно все равно... Ты стреляешь, стреляешь, стреляешь. Бесконечно стреляешь по этим Шерманам. Они просто не умирают вообще. Такое. Про подвижность Шерманов. То нормально у него подвижность. Достаточно. Доехал до позиции. От маски можно просто ваншотить танки. Ну, те же 34-ки, допустим. Он спокойно там силуэт ваншотит. А ты его будешь выцеливать еще. А он тебе еще как даст только. Такое.